Прикольно. Что случилось? Что такое? Мапусаила нет. Есть птицы. Замороженный труп. Письмо для племянницы Хэнка. Помнишь, я говорил, что, возможно, однажды тебе придется на какое-то время залечь на дно? Я-то думал, что это будет из-за землетрясения, но кто мог подумать, что дела так обернутся? В общем, если тебе понадобится безопасное убежище, если в городе все станет совсем плохо, или, скажем, если ты надумаешь навестить маму, ты можешь воспользоваться моим бункером. Знаю, знаю, твоя мать всегда говорила, что дядюшка Хэнк просто псих, и лучше держаться от меня подальше. Что я вечно сижу в интернете, на сайтах для сумасшедших выживальщиков. В общем, тебе я это говорить не буду, а вот ей при встрече обязательно скажу. Я же говорил, твой любящий дядюшка Хэнк. Текс. Ключ от сейфа. Я, кажется, знаю, это нам нужно будет идти на вышку. А, вот, бункер Хэнка. Поищите в доме лесника сейф Хэнка. В доме лесника. Подожди, какого лесника? Это же не в доме лесника. Это, дом зверолова. Бункер Хэнка. Подъем каждый раз. Так, сейф, дверь, закрывайся. Сейф, открываем. Так, код от оборудованного Хэнком бункера. 45-18-32. Все? Да? Сколько лет я просидел на своем наблюдательном пункте, таращась на леса вокруг загадочного озера. Было время подумать о жизни и о том, что в мире творится. Сидишь в башне день, месяц, год, тут любой свихнется. Ладно, ты свихнулся. Так, в сейфе больше ничего нет. Где-то вот там, наверху. О, вот он, бункер. И все? Я-то думал, сейчас придется какой-нибудь ползти, искать. Это Хэнк? Привет, Хэнк. Ты что ли? Антибиотики, антисептик. Непонятно, чей труп. Топор. Так. 45 18 32. Посмотрим, что там Хэнк припас. Finally made it. Что наконец-то получилось? Спокойно зашел. Топливо, инструмент.
Удочка, летка, ткань. Короче, ничего пока ценного. Ящик разломаем. Ящики, ничего. Решетки. Никаких записок, патронов, ничего, да? Я вот вижу, что жратвы у него тут додури просто. Топка бумаг. Чувак, я тебя и не заметил. Все вышло не так, как я надеялся. Верно говорят, что надежда это еще далеко не все. Я хотел закинуть в бункер еще кое-какие припасы, но меня подстерегли волки, и сбежать от них не получилось. Прямо перед тем, как я захлопнул дверь, один из них выдрал у меня из ноги кусок живого мяса. Нога прямо огнем горит. Видимо, заражение. Хуже того, что в дверь все время кто-то скребется. Открывать страшно. Анжела, я умоляю, что это была... Чтобы это была ты или твоя мать. Но это невозможно, еще слишком рано. Я пока что посижу внутри, выгляну завтра утром, еще бы понять, когда оно наступит. Ясно все с тобой. Хэнк, ты себя загубил.